момент о том, что каждый из вас имеет право присутствовать на открытом, подчеркиваю, открытом судебном заседании. В соответствии с пунктом 3 части 3 статьи 2 статьи 10 Кодекса административного судопроизводства Украины. Шари! 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 Тысячи человек, то уверяю вас, лучше как здесь. Нет, здесь это станция. Мы не хотим здесь остановиться. Мы должны попасть, смотрите, мы должны попасть туда, куда мы... Давайте мы цифровизованы, мы должны зайти в любом случае на то мероприятие, которое мы... Называйте, нам здесь. Смотрите, здесь находятся депутаты. А ты что, меня не узнал сразу? Мы останемся здесь, потому что мы все равно остаемся. Это гораздо хуже для города, для трафика и так далее. Для социальной дистанции. Создайте коридор, мы участники процесса. Мы отправили заявление с гостыми письмами. Так, смотрите, я прошу сейчас перевести все камеры максимально на меня. Я сейчас зачитаю выдержку. Не туда. Которые незаконно хотят закрыть. Шари! 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 Помните, друзья, что сегодня они пришли за партии Шария, завтра они придут в ваши семьи. Внимание, начало движения! Друзья, сейчас я попрошу все заявления поднять вверх, поднять и подержать 5 секунд. Внимание! Партия Шария может гордиться таким большим количеством лояльных к ней сторонников. Вот они, участники судебного процесса, и они пройдут сегодня. Мы пройдем сегодня к суду! Ну что ж, давайте разомнемся сегодня. Через минуту мы начинаем движение. Следите по моей команде. Мы не наступаем друг другу на пятки. Здесь ступеньки. Внимание. Делаем коридор. Сначала проходят девушки. Никто не спешит. Спешить нам некуда. Мы все успеем. У нас все будет отлично, друзья. И чтобы вам не рассказывали, вы должны понимать, что мы отправили в канцелярию суда эти заявления. Если она не успела или не удосужилась их обработать,
Это проблема канцелярии, проблема медленного суда в Украине в частности. Мы свою работу сделали в законодательном поле. Мы сейчас не разворачиваем ничего, у нас только паспорт, у нас маски, у нас заявление, подписанное с вашей фамилией. Мы сейчас будем проходить через арку. Все, кто участники судебного процесса, должны пройти. Понимая, что сейчас жесткие карантинные меры, еще раз обращаю внимание на важность носить маску, для того, чтобы на вас не был составлен в здании суда. Наша задача, как участника процесса, попасть непосредственно на суд. В этом есть наша цель, в этом наше желание. В одной руке у вас сейчас должен быть паспорт, в другой – ваша заява. Помните о том, что с этой заявой вас никто не имеет права не пустить, никто не имеет права препятствовать вашему законному праву отстаивать интересы ответчика в данном случае.